музыка должна писаться сегодня. Это музыка, написанная сейчас, псалмы на церковно-славянский текст, церковная музыка. И обиходная музыка 16 века, 17 веков, совершенно не употребляемая нигде. В марте месяце, когда уже была афиша, я начал писать эти эпиграфы. Но я четко знал, что они будут написаны на тексте Сергея Завьялова. Ты становишься частью всеобщего музыкального текста. Это должно какие-то иметь точки соприкосновения с тем, кто сидит за мной. Главный смысл моей работы с этим материалом – это актуализация. Он пишет, он задумывает что-то, и вдруг оказывается, что оно работает совершенно в другую сторону, намного больше, чем он задумывал. Да, это очень круто, конечно же, как и все, потому что это какой-то чуть-чуть другой образ общения, способ общения с публикой. Вошла в такое яростное состояние, которое, может быть, у поэта не хватило дыхания. Музыка как бы продлевает речь, и она продлевает смыслы, и она как бы дает слушателю немножечко поприсутствовать в этих смыслах, в этих словах. Но это тот случай, когда все горят, и для всех это очень важно, и никто не безразличен. Можно выходить.